Всем-всем привет! Наконец-то погода выдалась. Сегодня солнышко. Едем на погост. Да, Наташа? Да, да. Да, мама. Да, мама. Да, Наташа? С дочей едем. Потому что никак не могли солнышко дождаться. Неохота в дождь, то там хочется что-то прибрать чуть-чуть. Поговорить. Здесь я плиту брала, электроплиту, индукционную. Да почти все здесь, и миксер здесь брали, планетарный. Так что это, едем на погост. Выбрали время, слава богу. Такой денечек. Утром сырников напекли. Хлеб завела, вот быстренько, пока хлеб поднимается, съедим. Еще раз Даняшку покажем. А что теперь делать? Было и было. Ой, как отражается вот эта вот штука у меня. Ну, вчера весело, все видео, но это убрать не хочет, да? Вообще выкинуть. Нет. Ну ладно. Построил Мамедов. Мамедов. Обувь вообще такой. Рыночек наш, это рынок. Через заборчик рынок. На рынке не были. О, вот это прям. Кстати, можно и на рынке было посмотреть. Так я про рынок говорю. Подожди. Я не знаю. На рынок зашли цветы купить. Таша пошла обналичивать карточку. Там у нас живой звук. Музыканты. Перестали играть. Все, наиграли. Установки такие. Худенький такой музыкант. Он как-то у нас на день рождения приглашала Лена, Любина дочка. На день рождения у нас играл. Thank you.
Убежал. Конечно, я хотела снять. Ну вот. Шли на погост с Наташей, вымели, насыпали для бурундуков еды. Бурундучок прибежал, а я пришла, и он испугался. Это у меня отец, это мамочка. Неужели он от еды откажется? Убежал. Зачем? Он же знает, что мы уйдем. Рано или поздно. Так вот, с моей стороны, за дедом. Так его пересидит. Ой, ветер. Видишь? Нет. А, на этом. Вот он бежит. Не шевелится, главное. Не разговаривать. И вам не шевелиться. Разговор тоже он слышит. Нет, разговор он слышит, как будто мы свои дела делаем, резос, и его не видим. Резонанс идет, звуковой. Волосатый. За цветок он зашел, ты видишь его? Нет, я не вижу. Он туда за, да, за он выбежит, я знаю. Сейчас да, пока за букет вот с этой стороны. Пошевелиться начнешь, и он все не уйдет. Вон, показался. Упоминаем, не боимся. Вас же и принесли. Вот второй. Ты сиди, стесняйся. Нет. Там крупа лучше, чем печенье. Вредно печенье. Второй. Я и говорю. Куда ты сиди, он пришел. Им лучше крупа, чем печенье. Маленький полосатый. Ну, конечно, лучше. Что печенье, они там всякое. Ищет другое, видишь, что? А, конфеты ищешь? Забыли мы. Значит, сытый. Замуж. На нас смотрит. Угу. Ласка не мог, побежал. И этот испугал и того, и другого. Все, а, носится, 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 бежит, играется, играется. Хвост распушил, главное, хвост распушил. То хвостик как палочка, а то распушил, посмотри. Ну, вроде напугался. Ну, напился, ну, напился. Да, я люблю помары. Ну, да, когда стоишь. О, бежит, бежит, бежит. Второй бежит. Тоже вот за дедовым, возле меня тут. А, да, да. Еще да. Один. Там еще, а там их много тут. Ну, еда пришла. Угу. Поедят. Угу. Бегает. А тут мало собирает. Пока еще боится. Угу, боится. Он еще прибежал. Хвостик распушил, и тут пришел. О, стоя. Угу. Ах, и полосатики, полосатики. Здесь вот возле деда крадется к нам. Угу. Жует. Это не знаю. Они наберут за щеки, пожуют, там опять бегут. Чтоб не рисковать. Маленькие мышки. Длинные. Угу, симпатичные такие. Ага, сзади еще прыгают. Да, вниз. Шуршат, шуршат. А вон на тот. Эти. Впереди третий. Эти. Сейчас вон еще один. Вот уже у ног. Ах, убежал какой. А он сзади тебя, да? Угу. А, уже мы стоим, он возле нас. Вот еще один возле меня. Сейчас, вон их сколько. Да, они друг другу сообщают, где. Да. Они чувствуют запах друг от друга. Крючок, встали, сваливайте. Ой, сколько их. Конечно, здесь же лес. Это их нет. Люди везде вытесняют зверье. Угу. Лес рубят, сжигают. Грибы собирают, ягоды, да, грибут. Это меня бесит, как будто жрать нечего. Ну, может, некоторым и нечего. Ну, а что? Не, ага. Может, некоторым и нечего. Продают, на это существуют. Сколько их, ой, сколько их. Ага. Дерутся. Ой, носятся, как угорелые.
О, выглядывает, скажет, чего тут стоите? Ну. Дадите нам тут по пшену побегать. Все, сейчас набьют себе же пузики. И им хорошо будет. Скачет, скачет, скачет. Вон там еще один. О, пришел сюда. Где побольше. Испугался. Чего бояться, чего бояться. Мы тогда с Денисом были, конфетку взяли, раз-раз на дерево, и такой лопатка к дереву, в лапочках держит, конфетку ест, разворачивает. Там мы были. Ой, а, гоняет, вот, посмотри, что делает. Ах ты, зараза, как будто бы тебе одному тут ага. только. Шурик второй. Выгнал и ест. Это... Наверное, девочку выгнал. Ну, это как всегда. Щеки набивает, щеки от себя. Ну. А, потом убегает, чтобы не рисковать. Как хомяки. Ну. Переедят, потом опять бегут. У этой беденькой остатки вот да, на земле. Ну, хоть на земле собрать дай. Неплохо. Что-то такое. Щеки, щеки, какие ну, смотрите, щеки да. не набитые. Да. А-а-а. Отсюда видно. Ну, ну а какие щеки набитые. Вот на этом хорошо, на платформочке. Ну. Смотри, гоняет его, отсюда. Дерутся. Не только люди дерутся. Смотри. А тут еще есть. Ты что делаешь? И нас не боится. Ну, чуть не под ноги бежит. Бедный. От выживания такое. Да. Люди воюют, и звери воюют. Щеки набил, и всех гоняет. Ты посмотри, как он набирает. Видишь, какие щеки? Лопнешь же, елки, лопнешь. Еще нашелся кто-то его гоняет. Кто-то смелее. Ну. У тебя пустые щечки, а тот с такими щеками бежит обратно. Вот смотри, и стукнул ее, и стукнул ее. Откопал. Да вот же еще одна есть, вы не подходите к этой. Размели, видишь? А там толще было, да? Вот серия. Сидит, стоит, смотрит. Ой, их тут штук десяток. Угу. О, стоя ест, да. Стоя ест. Чтоб сразу рвануть, если что. Это тот же все с щеками набитыми. Да? Ага. Ой, уже все, и бежать не сможешь. Перетянет. Так, сейчас вот сейчас пришел еще один с щеками. А, два их таких басурмана. Тут тень как раз падает. Ох. Так, мам. Поминают вас отлично. Лежите спокойно, не переживайте за нас. Все у нас хорошо. Вот внучка приехала. Раз в год приезжает, мы обязательно сюда. Я думаю, что они там уж не лежат. Там же царствие небесное. Ну. Твоя жизнь. Да. Ох ты, ох ты, ох ты. Ты посмотри, что делают, да? И цветы собьют. Нет. Возле меня сел, здесь тоже идет. В уголку. Здесь потише. Ага. И вон там за дедом хитрый. Там мало, но он туда прячется, его не видно. Он самый осторожный. Ну, сколько я много сняла. Только одних бурдуков не оторвешься. Все, чуть повернулась уже все. О, шуршат, о, шуршат. Ой, щеки, пришли щеки. Едем с погоста, что смогли там немножечко. Прибрались с мамой, чуть-чуть поговорили. Бурундуки поминать прибежали, хорошо. Пусть поминают. От конфет ссору много бумажек. Дома разворачивать надо. По одному же ходят люди, чё я такая. Конечно, понял, чё я. Всё, ладно. Не могу одна как-то, да. Вот такие вот лужищи. Море, море. Ужас. Ой-ой-ой-ой-ой. Ещё хуже, чем по той дороге. Угу. Может бы уехали, лучше погнали бы тогда. Да, ну там разворачиваться. Ага. Честь себе.
моря, целые моря. Так как могилы подтапливают. Ой, хоть бы нам совсем нас это перекорёжило. Я просто еду. По краешку перевернёт, ещё лучше посередке ехать. Кони камени выбитые. Колесо. На колесо камень ищет. Ты же на той стороне сидишь. Да, во мне не очень-то чё. 75 килограмм. Ну и я. А ты туда пить тоже. Всё, выезжаем. Пока ездили, у меня хлеб подходил. Теперь он уже у меня все оседает. Не знаю, что с ним делать. Поставить или не поставить, или разместить до по новой, прям не знаю, поставлю, наверное, сейчас духовку включила. Какой будет, такой сидим. Она падает уже, видишь. Что, думаешь, кислый будет? Ну да. Замеси, что там долго, что ли? Нет, еще час надо, чтобы стоял. Но у нас время же есть, что нам? Да нет, уж духовку включила, нет. Попробую, буду знать. Это же я пальцами, это не он, это я ж пальцами пошла, вот так сделала. Вот так. Он поднялся, он холодненький такой, и подсох маленько, верхушечка подсохла. Он же не накрытый был, я боялась. А я боялась накрывать. Да ну, пленка, пленку отнимаешь, а потом оно тянется. Пленка это когда перед тем, как это. А когда уже духовку ставить, уже с пленкой как? Ты ее тянешь, и он тянется, и он осядет. Так что вот хлеб. Пока проездили. Вот сырнички сейчас доедим, значит мы... Уже борщ не будем. Какие сырники сегодня спекла. Сначала на сковородочке, а потом в духовку. Такой завтрак был.